Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 170. Найдите подлежащие и от них задайте к выделенным сказуемым вопросы. Что такое, кто такой, какой, каков. Укажите, чем выражено сказуемое. Прочитайте, делая необходимые паузы перед сказуемым. Образец. Дуб. Что такое дерево? Дуб какой могучий? Дуб каков могучий? Осень – чудесная пора. Что осень? Это подлежащее. Осень – что такое? Пора. Это сказуемое. Дни тихие. Что? Дни. Дни какие? Тихие. Тихие – это будет сказуемое. Дни какие? Солнечные. Дни подлежащие, солнечные, сказуемые. Небо голубое. Небо – это подлежащее. Небо какое? Голубое. Полдни каковы? Светлы. Полдни будет подлежащее, светлы, сказуемое. Полдни погоже. Погоже – это сказуемое. Воздух прозрачен. Что воздух? Это подлежащее. Воздух каков? Прозрачен. Это сказуемое. Даль какова? Чиста. Здесь подлежащая даль. Сказуемая чиста. Даль светла. Даль какова? Светла. Ночи прохладны. Ночи каковы? Прохладны. Прохладны – это сказуемое. Природа – красота. Природа – это что такое? Красота. В данном случае красота – это будет сказуемое. Сказуемое выражено разными способами. Полным прилагательным, кратким прилагательным или существительным. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.